И, ребята, всем привет! Всем привет, ребят! С вами я, Олег, и сегодня у меня прекрасная новость. Мне выпала би, ребят. 21 боец теперь стал. Вот, вот, сама би. Если что, я поиграл за нее немножко, просто я даже забыл снять видос, но, короче, плюс 9 кубков благодарений. Как она выпала, ребят? Я просто открыл один боксик, прям один боксик. Просто накопила бокс, открыл, и сразу выпала би. Два этих эпика. Я очень рад, ребят. Вы должны поставить лайк обязательно, чтобы что мне выпало би. Короче, давайте поиграем за нее там. Ну, не знаю, там две каточки, не больше, не меньше. Но я, короче, поиграл за би. Мне понравилось, ребят. Это очень круто. Да, она бьет как бы слабо. Ну, сундуки, а бойцов бьет нормально. Смотрите, ребят, у нас команда снайпер, ребят. И да, ребят, я снимал сейчас видео, но оно получилось без звука, поэтому я... Вот, видите, ребят, как быстро би может убивать. Это, конечно, очень круто. Вот вы видите, ребят, вы просто посмотрите, как она хорошо убивает. Это самый крутой эпик, даже лучше, чем Фрэнк. Ну, я, конечно, ничего не имею против Фрэнка, но реально это очень хороший эпик. Вот вы просто посмотрите, как она прекрасно просто всех убивает. Это просто классно, ребят, просто замечательно. Ребят, мы прям почти всех убили. Ну и Брок тоже красавчик, тоже Брок. Это просто реально крутой эпик. Так, сори, ребят. Я так быстро кубки накоплю. Красавчик, красавчик, красавчик. Вот. А четвертая победа. Второй ранг. И сейчас поиграем еще одну каточку. Ладно. Заходи. Ну ладно. Ну давайте еще раз поиграем каточку. Это просто классно, ребят. Просто очень классно. Я сейчас играю в парное соглавение. Я хотел просто в одиночном. Ну, как видите, она как бы слабо бьет ящики, но она отлично. Сейчас секунду, ребят, сори. Убивает бойцов. Вот. Так, Джеки, ты все сломала, молодец. Что, мне кажется, интернет лагает или что-то с ней не так? Ну, короче, я буду ее защищать, если у нее с интернетом проблемы. Да, у нее с интернетом проблемы, но ничего, и тогда я сам разберусь. Блин! А нет, у нее все нормально. Блин. Ну лучше прилезть близко не подходить. Ну, ребят, я даже смотрел, как. Ну видели, как она прям с одного удара может убить. Блин, ну лучше прям близко к ней. Не приближаться. Ну, плюс, второе место, так второе место. Окей, ребята. Ну, короче, поставьте лайк, чтобы не выпало би. Я очень этому рад, ребят. И напишите в комментах, если у вас тоже би. Но мне сейчас выпало би. Так что я очень рад, ребят. Ну, ладно, всем удачи, всем пока.